Соблюдаются ли особые эпидемиологические меры в Десногорске, проверяет санитарная комиссия. В составе представителей администрации и Роспотребнадзора внимание уже было уделено многим торговым объектам города. В пятницу 27 ноября санитарные условия были проинспектированы в подъездах жилых домов. У нас рабочий день начинается с 6 часов. С утра мы начинаем первым делом опрыскивать, протирать. Дезинфицировать. С раннего утра задача коммунальщиков не только уборка, но и дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Внимание особенно уделяется кнопкам домофона и лифта, ручкам входных дверей. Эти и другие контактные поверхности обрабатываются дезинфицирующим раствором. Где у нас есть ковидные больные, тогда мы обрабатываем полностью подъезды или этажи, на которых они проживают. Факт проведенной уборки фиксируется в специальном графике. Для наглядности он с недавних пор размещается в подъезде. Но контрольный лист сохраняется не всегда. У вас должен быть в каждом подъезде размещен график санитарных обработок. Пожалуйста. Просто жители к этому относятся. Я понимаю, что жители у нас борются. Плохо относятся к этому всему, но обновлять его надо. Санитарная комиссия посетила 3 подъезда, находящихся в ведении МУП ККП и САЭС-сервис. Независимо от адреса, меры принимаются схожие. Члены комиссии рекомендовали не снижать темпов дезинфекции и прислушиваться к комментариям жителей Десногорска.